Тем временем подозреваемый в избиении Алиби Жумагулова бизнесмен Кайрат Жамалиев остается под арестом. Об этом корреспондентам 7News сообщила руководитель отдела информационного обеспечения столичного суда Ботагоз Баянова. Отмечу, на днях адвокат задержанного подал жалобу о содержании его подзащитного во время следствия вне заключения, то есть под домашним арестом. Однако просьбу эту не удовлетворили. Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны жалоба, поданная адвокатом в интересах подозреваемого Жамалиева Кайрата, об отмене постановления оставлена без удовлетворения. Напомню, 24 апреля житель Астаны Нурлан Жумагулов разместил в социальных сетях информацию о жестоком избиении своего сына Алиби, обвиняя во всем предпринимателя Кайрата Жамалиева. Следственные мероприятия с участием пострадавшего проходят ежедневно. Расследование резонансного дела находится на личном контроле у генпрокурора страны и главы МВД.